следственным отделением Новокузнецкого линейного отдела Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении работников авиапредприятия, обвиняемых в серии краж мобильных устройств и комплектующих к ним. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили, что на протяжении полугода грузчики совершали хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих одному из сотовых операторов России. Бирки с похищенных коробок переклеивались на другие упаковки. Таким образом, собственник получал по накладной весь товар, а впоследствии обнаруживалось отсутствие части груза. Мобильные телефоны и планшетные компьютеры злоумышленники реализовывали через торговую сеть, либо дарили друзьям и родственникам. Уголовные дела возбуждены по статьям 158 и 175 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам было предъявлено обвинение в совершении 24 краж и 5 фактов сбыта имущества, добытого заведомо преступным путем. Общая сумма ущерба, причиненная собственнику, превысила 2,5 миллиона рублей. В настоящее время материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.